1 сентября – начало учебного года и День знаний. Кем бы ты ни был на этом празднике, учеником, родителем или педагогом, это всегда трогательно и радостно. Особенно для 23 тысяч приморских первоклашек, которые впервые сегодня сядут за школьные парты. Средняя школа номер 13 с углубленным изучением английского языка – одна из старейших и авторитетных во Владивостоке. В этом году отмечает красивый 85-летний юбилей. Учиться здесь сложно, но престижно. Школа дает настоящую путевку в жизнь. 100% выпускников продолжают обучение в ведущих вузах России и университетах мира. Сегодня я привел свою дочку в первый Б-класс 13-й школы. Очень необычно, потому что эту школу я закончил сам. Эта школа дает очень сильную базу, которая, несомненно, помогает в будущем. И очень бы хотелось, чтобы мои дети в ней учились. 13-я школа славится своей историей, традициями, выстроенной и результативной методикой преподавания. И английского языка – это в приоритете в 13-й школе, и всех остальных предметов. У нас сплоченный, высокопрофессиональный, дружный, творчески работающий коллектив учителей. И самое главное – у нас одаренные, способные, яркие, неординарные дети. Об интересной истории и вехах развития старейшей школы можно узнать в местном музее. Первые занятия начались в 1937-м. В военном 43-м школа перешла на раздельное обучение и стала женской. А в 1967-м одной из первых вела преподавание ряда предметов на английском языке. Сейчас 13-я школа – это муниципальное общеобразовательное учреждение с углубленным изучением английского языка. Английский язык я уже изучаю более 10 лет, и он дал мне огромные просто возможности, начиная с того, что я могу свободно общаться с людьми из других стран, в компьютере пользоваться программами, которые поддерживают только английский язык. Я все прекрасно понимаю, я очень благодарен учителям моим, конечно, и родителям. У нас больше часов английского языка. У нас в старшем звене 6 часов английского языка, то есть это полное погружение в язык. Это действительно уроки каждый день. В старшем звене это уроки полностью на английском. Ну и один из залогов успеха – это в любом случае, конечно же, наши педагоги, высококвалифицированные. Я с удовольствием, с радостью хочу поздравить с прекрасным событием, Днем знаний, всех детей, родителей, учителей, пожелать позитивных эмоций, крепкого здоровья, удовлетворения от своей деятельности, ярких жизненных событий и большого счастья. Ирина Шилина, Денис Фадеев. Новости на восьмом.